На конкурс дети читают стихи. Климов Виктор, 7 лет, школа 68, город Рязань. Барто, мне не забыть. Приехал издалека я, приехал я с войны. Теперь учусь на токаря, нам токари нужны. Теперь стою я за станком и вспоминаю мать. Она звала меня сынком и теплым клетчатым платком любила укрывать. Мне не забыть, как мать вели, я слышал крик ее вдали. Братишка был еще живой, он бился, звал отца. Штыком фашистский часовой столкнул его с крыльца. Мне не забыть, как мать вели, мелькнул платок ее вдали.